Одинцовские активисты «Молодой гвардии Единой России» провели встречу по вопросам избирательного права. Мероприятие прошло в штабе местного отделения партии и было приурочено ко Дню молодого избирателя. Молодогвардейцы пообщались со специалистами избирательных комиссий и депутатами округа, которые поделились своими знаниями об избирательном процессе и личным профессиональным опытом. Как отметила исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева, встреча прошла плодотворно, ребята узнали много новой и стоящей информации, которая пригодится им в дальнейшем.